Просто форстап, ультимейт пангов никуда. Все, никуда, мистер Клэр никуда. Ну, я не знаю, да, то есть у них не было никакой инфы, они просто жали ультимейт, попавшись в цель, могли убить, да, была и надо идти на базу. В принципе, попытка нормальная была, но если бы не чак, то был бы там был. Нападение на самые крупные хрупкие. Майбэк, официально. Проблема начинает падать бара. Нет, бара, господи. Кого еще поймали? Кого-то еще поймали? Скаймейджа поймали, Скаймейдж. Отрывают от него куски, Скаймейдж его забивают. Теряет, по 25 минута, ну БФ, ПКП, это так мало. Прям да вы видите, что уже слишком много лида почему-то за бумами, и ничего бы бумов не получается. Даже сейчас этот выход был, он просто не получился в очередной раз. И сейчас ты уже... Ты уже нервничаешь, ребята, начинаешь. Реведж, проблему Ларла. Нажимается Рор. Ну дальше никто не продолжает Рор, что просто выбежит. И крипы уже под мидом. Сейчас просто ребята могут пойти ломать сторону. Мастер здесь точно умрет, то есть, да. Ну, супер тяжело ББ Тим, непонятно, что делать. Нажимают ББ Тим. Надо переждать флэш голем, переждать топ стол. Отличная драка для бэтбум, не нужно никуда идти, они решают, почему это будет. Динозавра прожимается бэтбум, прожимается. Ой, только куда ультимейт? Да ты же ультимейт имеет свойство заканчиваться, как это КПшка, растерзан, да как, да, ультимейт был зря. Нет, мистер Клэр, только нету, вообще, да, ультимейта панга нет, важнейшего ультимейта панга не имеется. Ну что, сдаваться, топ-1? Зашел Ларл? Не мог, надо до конца. Ларл пошел, но тролль не покупает, получает ревэдж. Шансы стерли, есть пейбэк. Тролль появится, подадут пейбэк от панга, отойдут. Окей, соперник не сдается, отойдем, с, когда отпустится все ультимейтеры. Добьем. Деклэр, здесь форстаф, но все форстаф были задействованы. Праймал Рор, вы купите Сэпа, но Сэпа могут забрать. О, ну нет, вот, он сам момент камбэка, это хуже, проблемы у Чайда, поэтому не могут купить, но его точно заберут здесь. Ну ты дохал, Сэп это не покажет. Фраг достается, да, Хаку, смотрите. И ведь идут ПП Тим, одеваться некуда. Отличный заход может быть, давайте, найдите саппорт, только не Тайда, нет. Поехал. Птичка висит, но не пойдет сюда панга, чтобы порвать. Поэтому это изи раша. А Эгис сыр бить, да? Хотя, опять-таки, вспоминайте карты, которые они заливали. Во многих из них они там мидгейме вели 14-10 тысяч. Но, может быть, знание того, что они уже закидывали, мешает им прямо сейчас пойти. Нападение динозавра, вы ваше рур. Рур динозавра проблемно. ФР пробили. Что драки в ответ не будет, просто дали Primal Beast. Серьезно, байбэк, будет драка. Есть ревэдж. Degum of Souls вытирают. Давай посмотрим, что они там с ДД могут придумать. Есть ли бутылка какая-то, но панга вроде была. Угоним у Санейк. Прямо он на где угоним. Сейчас что-то ладно просто вроде. Там в ответ уйчат. Панга поехал, Рор. Тимса. Ревэдж. Это просто, да, еще один рэп. Чё-то по рэпу одновременно нажал. Реклама Соус, ТСП, опять Дахака сдула. Ничего нажать не сдувает. Ларл нажал рефреш, но не смог нажать кнопку. Где была просто бурлить Дахака, и они это делают без права. Что, сразу два байбека выбиваются. Отойдут? Отойти и забрать Рошану. Попытка драться. Попытка драться. Последняя драка. Скорее всего. Да, это бьют Сильверэдж удар, можно пробить. Там рейспак стоит, что-то очень неприятное. Сжать его в спине погиб, потому что он нафига прикольный. Джеки Бой слетел с реком of Souls, немножко отзвонил Ларла, но Тайда спасают всем селом. Тайд сыр еще есть. Сыр, все, не хватает дэмэджа просто. Банально, что дэмэджа потеряли уже с кемага. Опять его забывает, смотри, газ, банально, как так топоры раскручивает. Прыгает Гапай, выбирает, ультимейт, как не нажал в этот раз. Стать Рор, но Дист, смотрю. Связывает, даже связывает Дир, шикарная работа, там как. На лоу КП пытается страшно его, просто замесили якорем, никого не мог купить в пути. Найтхантера, которого убили все, все ресурсы потратили.
Рейзер в спину, Ларл тоже погибнет. Даблки сделаем. Ну, дрались как клевы, на самом деле. Ну, а теперь дрались как клевы, дефались как клевы. Не знаю, ну, игра, конечно, насыщенная была. Насыщенная, как минимум, с пытками Петербурга, наверное.